Тут объясняется, как эти rules, правила были придуманы шаг за шагом. Вот. Можно ли было руками кидать мяч? Вот как это все было изначально. Вот the rules of the game. Вот penalty, наказание, free kick, corner, fake falls. Как придуманы были эти линии. 17 main soccer. Там всего 17 правил в этой soccer. Permanent markers. Вот в середине 19 века появились permanent, то есть постоянные линии на поле. Вот это все было еще придумано в середине 19 века. Вот 1902 год. А это 1958. Финальная игра между Манчестером и Болтом Wonders. А где Soviet Union? Нету никакого Soviet Union. Вот нашла я, наконец-то, форма USSR, значок. Там что написано? Что-то типа всероссийское, что-то такое, судя. Но самое интересное, видите, значок. Ну, серп, молот и звезда. А синяя, не знаю, что это такое. Что значит синяя? Не знаю. Короче, это Австралия, это Нью-Зеланд, Бангладеш, Италия, Колумбия, USA, Португал и Айсланд. Наконец-то появились вы. Уже под завязочку, видите? Когда уже спорт вовсю развился, вы только начали изучать правила.